Здравия желаю. Сегодня будем запускать мотор на 300 с БТК. Мотор на 50. Так. Лампочка на 100. На сотку. Так. К ней. Вольтметр. Я такой запускал уже. То есть вход отсюда, выход отсюда. Так. Применяется реле Амрон на 0,5 секунды. Стоит 0,1 секунду, работает. Так. Закрывается крышка. Поддон для того, чтобы шумы от мотора не раздражали, как говорится, народ. Итак, берем шнур. Вот он. Берем шнур. Сначала подключаем питание сети. Так. Далее вот этот шнур идет. Вот он. Путь его шнура. Видите? И выход. Путь выхода тоже видите. То есть все без обмана. Идет подключение, так. Подключили реле сначала. Вот. Реле начало свою работу. Как видите, лампочка зажглась. Ярко. Смотрим напряжение. Значит, 7,50, 7,63, минимальная 7,24. Запомнили? Выключаем. И это выключаем. То есть выход у нас на лампочку 100 ватт. На лампочку 100 ватт. Выход у нас, значит, 7,50, 7,24. То есть я уменьшил зазор до 5 раз. Было 1,10, сейчас 1,5. Получилось, КПД чуть снизилось, зато выход больше, и напряжение выхода стало стабильной. Вот такое, как говорится, нововведение. Далее проводим, значит, подсчеты. Здесь мы уже подсчитали оборотов счетчика. Вот счетчик. Оборотов счетчика подсчитали. Вот у нас секундомер, как видите. Итого 2 и считать 13. То есть 133 секунды. 133 секунды. 120 и 13, 133. 133 секунды. Умножаем на 300. Оборотом, как видите, здесь указано, что счетчик вот дает 300 оборотов. Здесь это все указано. 300 оборотов. Так, умножаем на 300, получаем 39 900, делим на 3600 секунд в часе. Получаем 11 целых, как видите, 0,83 сотых. Это все, так как это за, значит, за
300 оборотов проходит киловатт, значит мы киловатт делим на эту сумму. Киловатт разделим на 11,083. И получаем 90 ватт, как видите. Потребление у нас 90 ватт. Так, далее. А у нас выход 7,50 и 7,22. Считаем. По максимальному 11,7 у нас. Эта лампочка потребляет при этом 102 ватта. Это я высчитывал. Делим на 7,5. 1,56. Дальше. 102 ватта делим на 1,56. 65 ватт. Первый выход у нас. А далее 7,20. Остальные выхода. Так как по инерции идет. Значит, 1,7 разделим на 7,20. 1,625. Далее у нас, значит, 102 разделим на 1,625. Получаем 62 ватта. Но 62 ватта у нас 1,5 раз. Значит, умножаем на 5. То есть работ в 5 раз больше, чем подается питание. 313 ватт и 8. И плюсуем 65. Получаем 370 и 8 ватта. Делим на 90. Получаем КПД 429. Ну, в общем, 420%. Так. Плюс еще берем движение машины. Не 90 ватт, а замедление, где-то 80 в течение 5 раз. 80. Помножаем на 5. 400. Так. 400 плюс, как у нас известно здесь было, так, 11,7 поделим на 7,2, так, 1,62 и 102 разделим на 1,625. 62 помноженное на 5. 313 и плюс 65. 378 и плюс 400 ватт на движение. Плюс 400. 778. А затраты были 90 вот с этого счета. И заделим на 90. Помножим на 100. Получаем КПД 865%. А теперь это уберем. То есть КПД вот этой схемы. Схемы. Вот она еще раз. Показываю. Показываю еще раз. Мотор. 30 тысяч оборотов. 300 ватт. Но в таком режиме он потребляет не 300, а 90. И генератор тока на 50 ватт максимально. Но выдает он больше немного. 60 с лишним. 65-63. Я не думаю, что от этого он сгорит. То есть это разница где-то 10-20%. 20% это допустимая разница, как вам известно.
запасом моторы, это все знают, рассчитано где-то и на токи короткого замыкания вдруг произойдет и так далее, и так далее. Повышение напряжения бывает в сети и так далее, и так далее. Сейчас мы зарисуем схему, чтобы было понятней. Так. Итак, схема. Мотор 300-ваттный. Вал. Так. Генератор 50 ватт. Номинал. Но выдает 65-63, как мы поняли. Даже больше. Но больше он может, если беспрерывно подавать ток, он будет выдавать и больше. 100 ватт будет, вдвойне будет, но может быстро сгореть. Реле. Не буду уже за марку говорить, меня уже тут смеялись. Просто реле. Не обязательно вот такой марки, как у меня. Можно любое реле, которое дает, значит, открывает и закрывает контакты на десятой секунды. 0,1 десятой секунды, 0,5 десятой секунды. Рекламу реле больше делать не буду, и это правильно. Потому что есть и другие фирмы. И выход у нас, как видите, выход. Шестьдесят пять ватт первый раз и еще пять раз по 63 ватта, то есть 63, 63, то есть по времени больше. И как вы видели, при закрытии 0,1 секунды она отработала, при закрытии система работает на своей, как говорится, обратной энергии, на своей инерции, подогревая это все и продолжая кручение. То есть КПД 865. Там доходило больше, но там было 40-30 выход, то есть зато вдвойне увеличилась разовый выход. То есть разовый выход будет в течение часа где-то 63-65 ватт. Так. А потребление будет не 90 в течение часа, а меньше. То есть в течение 5 часов она выдает где-то 400 ватт в течение 5 часов. А постоянно она дает 600. При этом потребляет, значит, 8 раз, 8,5 раз меньше, чем выдает. Что же такое эта инерция? Вот еще спрашивали вопросы. Инерция — это значит, когда крутится, идет разогрев воздуха, то есть воздух разогревает, получается движение, как бы ветер, то есть инерция дает ветер, движутся газы, то есть воздух состоит из газов, которые тянут, это значит вал тянут или там колесо тянут, продолжает тянуть до той поры, пока не остынет. А если мы подаем беспрерывно, с перерывами, у нас остывания нету. У нас постоянно одно и то же скорость, понимаете? Или же второй вариант этой системы, если раскрутить до миллионов, но для этого нужны специальные, как говорится, материалы суперпрочные, специальная обмотка, изоляция обмотки особая, суперпрочная, тогда мы можем раскрутить, допустим, до 10 миллионов оборотов в минуту, затратив, допустим, там 10 киловатт. И потом она у нас будет работать, допустим, месяц,
выдавая по 5 киловатт в час. Понимаете? То есть КПД будет страшное. Но пока этого нет, делаем то, что возможно в наших силах. Спасибо за внимание. Желаем всем здоровья, творческих успехов в труде обороны и обороне. И верить, что с каждым годом жизнь будет не ухудшаться, а улучшаться.